тренерский состав так и принял, потому что был небольшой перерыв между игровой чемпионат, и я думаю, это очень важно для игроку, который выступает сезон, да, и это важно, чтобы не теряли свой ритм, не теряли свои технические, тактические действия, и я думаю, что важно для всех. И, конечно, ЦСКА, потому что между Уфа и ЦСКА очень хорошие отношения, и тем более, что все знают, что Михайлович недавно там работал, поэтому, я думаю, это не было никакой проблемы договориться с ЦСКА и провели вот такой товарищеский матч. А какие цели и задачи тренерский штаб Уфы ставил на этот поединок? Ну, я думаю, чтобы не терять ритм, который нас бил вес, это чемпионат, это получается, что две недели без игровой практики, это можно появлено наш как физически подготовлен, поэтому я думаю, что важно провели такую игру, чтобы ребята дали поиграть и чувствовать это. Все равно ЦСКА это очень хороший соперник, который нам надо посмотреть, как мы работаем на выходной, после выходной, на неделе перед важной игрой, которая у нас будет. А вот матч прошел в непростых погодных условиях, шел снег, минусовая температура, это не вызывало опасений? Потому что могут травмы, например. Да, я думаю, нету. Все прекрасно понимают, что в России сейчас такой погода будет постоянно, поэтому я думаю, даже лучше, если такую погоду было, потому что все так футболисты у нас на стенд, которые первый раз здесь в России, они должны привыкать к такой климат, да. И как раз важно, чтобы это был товарищ, что они уже чувствовали, как будет играть дальше это до конца сезона. А вот в таких контрольных матчах важен ли результат на табло? Нет, я думаю, что не принципиально. Важно будет 19, когда мы с СНЖ будем играть. Сегодня главное, чтобы проверять там свои тактические, технические действия, чтобы команда, чтобы наиграли составы, чтобы видим, как будем дальше работать. Я думаю, что самое важное вот это компонент. Но тем не менее, приятно победить все-таки армейцев, чемпионов страны. Конечно, победа всегда есть победа. Важно, приятно. Но я бы так поменял, если будет выиграть следующий тур и проиграть Табашский игру. И заключительный вопрос, в каком функциональном и психологическом состоянии Уфа подходит к матчу с Анжи? Очень хорошее состояние, функциональное состояние тоже у нас очень хорошо. Мы хорошо провели последние игры. Да, мы не победили, но я думаю, что все, которые видели игру, видели, что у нас в команде есть характер. И я думаю, что мы очень хорошо работаем на этой неделе. Сейчас у нас будет обычная неделя цикла перед игрой с Анжи. Я думаю, что все ребята с хорошим настроением и будем дать бой в Анжи. И надеюсь, что мы будем брать очка там в Махачкале.